Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Массированная отработка автомобильных дорог сразу после продолжительных выходных. Сотрудники ГАИ Гомельской области снова пропустили автомобилистов через фильтр. На этот раз внимание стражей дорог было приковано к самым оживленным магистралям и трассам, ведущим Гомелю и райцентрам. Больше всего инспекторам встретилось водителей, которые не прошли государственный техосмотр. Более 60 нарушений. 14 владельцев транспортных средств не имели прав. 4 отправились в поездку под шофе. 24 автомобилиста попались на том, что не были пристегнуты ремнем безопасности. По мнению ГАИ, спецмероприятие «Фильтр» доказало свою эффективность и влияет на укрепление дисциплины участников дорожного движения. В целях усиления дисциплины участников дорожного движения, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, а также выявления и пресечения фактов нарушения правил дорожного движения со стороны участников дорожного движения, сотрудниками госавтоинспекции на территории Гомельской области проводилось специальное мероприятие под названием «Фильтр». В ходе отработки сотрудниками госавтоинспекции проверялись транспортные средства, а также перевозимые ими грузы. Также сотрудники госавтоинспекции особое внимание уделяли физическому состоянию водителей транспортных средств. Родилась в рубашке в Гомеле на пешеходном переходе. Девочка едва избежала наезда грузового автомобиля. Это произошло на улице Ильича. Мать встречала дочь на пешеходном переходе, но та уронила мобильник. Женщина на секунду отвлеклась, чтобы его поднять. А девочка продолжила переходить улицу, и именно в этот момент едва не угодила под колеса грузовика. По непонятным причинам масса выехала на полосу встречного движения и чудом миновал юного пешехода. Судя по видео, мать даже не увидела, что произошло, ведь на мгновение упустила ребенка из виду. Не исключено, что у большегрузной машины отказали тормоза. Подарили шанс. В Гомеле сотрудники МЧС спасли женщину. В ее квартире на проспекте Космонавтов случился пожар. Когда спасатели прибыли к месту вызова, то обнаружили, что из окна квартиры на 4-м этаже шел дым, а сама хозяйка находилась на лестничной площадке в тяжелом состоянии. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание и вынесли потерпевшую на улицу. Была обнаружена и спасена хозяйка горящей квартиры, которая была осмотрена работниками МЧС медицинской службы, передана работникам скорой медицинской помощи, после чего госпитализирована медицинское учреждение. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем. Схватил за воротники, выволок из ресторана. В Гомеле милиция разыскивает мужчину, который стал героем этого видеоролика. Народному мстителю не понравилось поведение пьяной посетительницы, и он потянул ее по полу к выходу. Оказалось, вышибала не охранник заведения, а частый клиент, который решил таким образом напомнить женщине о нормах поведения. Правда, по мнению пользователей соцсетей и людей, которые на момент инцидента находились в ресторане, он сам перешел черту морали. Теперь у милиции имеются к нему вопросы. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на «Беларусь-4».